На рынок криптомайнинга вышла международная компания Money Technology. Главное отличие от других компаний, занимающихся майнингом, наличие токенов MT, созданных на платформе Waves. wavesplatform.com. Со слов управляющего Антона Зайцева, при наличии токенов каждый участник становится собственником майнинговой фермы, ежемесячно получает дивиденды и, кроме этого, имеет возможность заработать на капитализации криптоакций. Всего в ходе ICO планируется выпустить 500 тысяч токенов со стартовой льготной ценой 85 центов и с дальнейшим ростом цены до 1 доллара за токен. Приобрести токены возможно не только за биткоин и эфириум, но и с помощью карты Visa MasterCard, используя несколько бирж и платформу Waves. Ежемесячные дивиденды будут составлять от 6 до 12% ежемесячно и выплачиваться в начале текущего месяца за предыдущий месяц. Прибыль от майнинга будет распределяться следующим образом. 50% – выплата ежемесячных дивидендов, распределенных в соответствии с количеством токенов в наличии у инвестора. 45% – на закупку нового оборудования и операционные затраты на содержание компании. 5% – доход учредителей компании. Статистика майнинга открыта для всех. Расчеты, по словам Антона Зайцева, показывают, что удастся получить рост цены токенов на 60% в первый год. И это помимо ежемесячных выплат дивидендов. Это основной фактор инвестиционной привлекательности, который сочетает в себе как ежемесячные дивиденды, так и доход от роста курса токена, а также возможность выбора валюты для получения дивидендов – биткоин, Zcash, эфириум.